как нужно горожанам, так они и проголосовали. И я на этот раз скажу, и слава Богу, я заплатил 2000 лей штрафа. Я принципиально заплатил. Я даже не обиделся, я обрадовался, что до такой тупи, до такого тупизма дойти в этой стране. Если бы я был бы лизоблюдом, извините меня, то я в 99-м году был бы премьером. Тот не солдат, который не мечтает быть генералом.